приходит никто в Понтио для политзаключенных. А вокруг сотни верст ни души, только ветер вольготно гуляет. Улетают на юг журавли, на прощанье над ними рыдают. Кто они, чей тяжелый удел вольных птиц друг довел до рыданий? И за что, оторвав их от дел, обрекли на такие страдания, чтобы сидеть среди топ и болот, в лагерях измотав свои силы, уходили ногами вперед из бараков в сыны могилы. Миллионы, чей жизненный путь оборвал мех ночного ареста, из могил к нам взывают вернуть именам их достойное место, поименно назвать, кто лежит в этом крае, обжитом для смерти. Это важно для нас, для живых, и важнее, чем для мертвых, поверьте. Память наша должна сохранить всех, кто был, всех, кто есть, всех, кто будет. А иначе России не жить, а иначе России не будет. Коли погосты родные забыл, этот грех никому не прощается. С безымянных забытых могил безымянный народ начинается. Коли погосты родные забыл, этот грех никому не прощается. С безымянных забытых могил безымянный народ начинается.